Добро пожаловать во вселенную Геншоуленд. Это выпуск 5. В гостях Зиверт. Иди сюда! Зиверт, 29 лет, певица. Девушку зовут Юля. Ворвалась в поп-музыку этой осенью и обосновалась во всех возможных чартах. Главные хиты «Кредо» каждому по факту и «Life Look Into My Eyes» – одни из самых популярных треков 2019-го сразу на нескольких музыкальных площадках. До того, как стать популярной, работала стюардессой. Тир правды, нам всем так хочется получше узнать Зиверт. Впереди самый искренний аттракцион в истории лунопарков. Тир правды. Все просто. Попал в шарик, честно ответил на вопрос. Есть 5 тем, 15 вопросов и 10 дротиков. Поехали. Тир правды. Это секция, в которой мы узнаем артиста поближе. Ты артист, вот мы и хотим узнать тебя поближе. Перед тобой дротики. Что если я попаду в GoPro? Оп, рядышком Z-Style. Style. Ты когда-нибудь плагиатила стиль, подачу, музыкальные фишки у западных артистов? Ну, я больше это называю вдохновением каким-то. То есть это может быть, я говорю, не специально, что я пошла и сделала то же самое, но... Оно же, я много всего за всю свою жизнь смотрела, я, в принципе, выросла на этих всех зарубежных шоу, на их музыке. Я все это люблю, и оно все равно, в любом случае, как фундамент, откладывается вот здесь, где-то в твоем воображении, в памяти. И когда ты что-то делаешь, оно в любом случае каким-то образом вылазит через творчество. Это не грех. Да. Да, давай дальше. О, ничего себе, ты меткач. По стилю бьем. Ты меткач. А, это, подожди, это та же, да, история? Угу. Так. Интересный вопрос. Кому ты себя... причисляешь к бумерам или зумерам в российском шоу-бизнесе? Знаешь, кто это? Я знала, что тебе будет смешно. Рассказывай. Расскажу. Бумеры — это так называемый старый шоу-бизнес. А зумеры — это более новое такое течение, ну, вот людей, молодежи, которые, знаешь, типа, я все сам, они такие самостоятельные, независимые и так далее, и так далее. Кому ты причисляешь себя из этих двух лагерей? Никому. Но ты была замечена с Киркоровым. Я такой, значит, я с бумер. Тем более, я вообще только не так давно, в принципе, и появилась. И это все равно какое-то молодое течение, в любом случае. Совершенно свежее, верно. Новое, со своим каким-то свежим новым почерком. Все-таки, несмотря на то, что я делаю поп-музыку, но она такой экстравагантненький поп со своей изюминкой, со своим почерком. Поэтому полностью отнести себя вот туда, вот прям к эстраде я не могу... Хотя бы потому, что я говорю, что я совсем еще такой новенький пассажир. Не люблю вот эти прям разграничивать вот эти штуки. Если люди это делают, ну, типа, привыкли так делать, то окей, может быть, в дальнейшем произойдет, дай бог, так, что мой пример покажет как раз-таки то, что не обязательно все вот так вот разграничивать. На самом деле, ну, то есть я не делаю, да, нацеленно, что я такая, о, мне там, типа, не знаю, Филипп предложил там дуэт, я такая, я сейчас пойду, я вот там устаканюсь, да, сейчас все на эстраде, займу там нишу и буду там как бы сидеть во всех огоньках, везде всегда. Вот, нет, то есть как бы я не преследую такой цели, просто, типа, сложилась ситуация, знаешь, вот, типа, поперла, понравилось, все в потоке. Вот, захотелось сделать, типа, классно, мы как-то сразу так, типа, оп, сдружились, все весело, прикольно, типа, давай, да давай. Вот, это абсолютно такая непреследуемая моя цель, и поэтому я абсолютно считаю, что можно оставаться при этом в своем стиле, оставаться true, и иногда, типа, делать какие-то прикольные штучки с кем-то из таких более уже на другой нише артистов. Ну, давай, мать, мы будем следить. И со временем доказывать людям, что не обязательно, если ты, типа, не знаю, пел на голубом огоньке с Киркоровым, ты больше не true. О! Z-Love. И первый вопрос в этой категории звучит следующим образом. В какой момент ты решила скрыть из социальных сетей свою личную жизнь? Что повлияло на этот факт? С того момента, как вот я заступила как раз на музыкальную ступень. Тропу. Ну, в принципе, там был такой... переломный такой еще момент в жизни, и я прям тогда уже абсолютно точно понимала, что, ну, вообще, зачем это все выворачивать наружу. И так все время ты на виду. А какой момент? Ну, я имею в виду что-то личное. А,
Угу. Вот, как бы ты и так на виду всегда. И, в принципе, огромное количество всяких своих личных чувств, эмоций, пережитого мы выражаем через свою музыку, через песни, через там, подачу на сцене и прочее. Вот, поэтому и так всегда вот так вот, наизнанку, на выворот. Окей, погнали дальше. О, The Life. Обратная сторона популярности. Какая она? Ну, максимальное отсутствие времени на что-то. Хотя, как бы, ну, я не могу сказать, что это прям какой-то огромный для меня минус, потому что иногда, конечно, понятно, все мы люди, мы все устаем. Особенно, не знаю, когда у тебя какая-то сумасшедшая логистика, ты там четверо суток не спал, где-то трясся в поездах, где-то летел. Иногда бывает, да, срывать, думаешь, блин, вот ну просто ну, 3-4 дня, пожалуйста, просто вот полежать, сериальчик, там все перезагрузиться, но у тебя их как бы нету. Mm-hmm. Уже сколько? Года полтора нету вообще. Вот. В эти моменты так бывает, да, типа срывает, ты так считаешь, это за минус, но на самом деле потом какой-нибудь один день ты лежишь дома, и все, и под вечер ты понимаешь, что как я вообще раньше жила, вот так вот, когда у меня было куча свободного времени, типа лежишь, тыкаешь этот пульт, ты думаешь, господи, это вообще ужасная какая-то деградация, и тебе срочно хочется что-то идти, куда-то делать, получать какие-то впечатления, эмоции. Можешь сюда выйти? А, да? Да, конечно. Ну, ну чтобы в нижнюю попасть, просто интересно. Все, красава, The Mix. The Mix. Кто тебя прокачивает на современной российской сцене? Ну, кроме Филиппа Бедросович. И любимки. И не это, дай бог ему здоровья. Честно, слушаю крайне мало, особенно с тех пор, как начала заниматься постоянно музыкой, потому что в основном в моих наушниках в самолете или где-то в переезде это новые демки, это что-то поправить, подумать и все свои прочее. Какие-то, то есть да, это музыка это такое, ну, типа, тире... Любовь и работа при этом еще. Очень люблю таких музыкантов, про которых ты точно можешь сказать, что вот ни один другой человек вот так не прозвучит. Mm-hmm. Вот это круто. Вот. Ну, плюс это уже такое... Ну, давай, если не прокачивает, то отталкивает. А здесь легче, да? Здесь есть ответики. Знаешь, что еще бывает? Бывает еще в последнее время такая штука в топах там наших всех, да, российских. Да, говорим. Что одновременно... отталкивает и прокачивает. Понятно, нет, в плейлисте, то есть, ну, когда ты слышишь где-то на какой-то там премии или что-то где-то, да, происходит, и, типа, ты со сцены там в зале или за кулисами слышишь, но тебя по-любому так прокачивает. Эту часть программы я выражу, потому что я не позволю просто этой части интервью просочиться в массы, чтобы все знали, что под это можно качаться где угодно. Короче, ладно, скажем про то, что классно. Короче, не лето, а любовь. Не лето, любовь, 100%. Действительно. Ну, то есть там много вообще потенциала. Я прям верю, топлю и очень классно все. Джонни, ну, талант. Я пошла. Все, блядь, я ухожу отсюда, это шоу закрывается. Все, кирдык, башка. Вернемся к разговору. Ладно, ладно, я не настаивала. Я говорю про вокальный талант. Вокальный? Да, может быть. Но опять-таки же, при чем здесь ГС образовался? Там вайб. А, вайб, вот так. Пойдем дротики соберем, Юля. Боже, мне нужно выпить. Много. Ой, Джонни. Так кто еще у нас в топе есть? Кто в топе? Любимка, Гаязов, Бразер, Джонни. Все, давай остановимся на Нелета. Потомушка, утипутишка. Господи, помилуй. То есть, если бы сейчас была потомушка, ты бы осталась. Нет, я бы сожгла это место к чертям, просто и шоу бы закрылось. Было бы великосветское самосожжение. О, Z-pop. Первый вопрос в этой категории, и мы его зачитываем. Популярность в 28, да, случилась твоя популярность? Я просто очень осторожна. 25. Блин, мне 29. Нет, ну случилось же в 28. А, ты сейчас охренела свой возраст. Ну, ты расцвела в 28. Ну, в смысле, я не забываю, мне 28 или 20. Я в таком же периоде жизни сейчас нахожусь, Юля, это очень сложно. Мы с тобой об этом поговорим, у нас много общего, я тебе сразу сказала. Так вот, своего разрешения продолжу. Популярность 28 – это осознанная популярность. Но бывало ли, что рвало крышу или были признаки звездной болезни? Я, ну, надеюсь, что нет. И не потому, что я лично сама за собой этого не замечала, но вроде как... Все мои близкие люди, я у них периодически спрашиваю. Я не стала себя как-то, ну, типа, по-другому, может, вести, общаться как-то по-другому. Нет, нет, Юлька, подкинь еще, пожалуйста, 50 косарей там у нас. Да, у нас там не хватает, у нас там крыша протекает, вообще все топ. У меня есть там всякие ценности, которые заключаются далеко не в
сумасшедших гонорарах, там, не знаю, дорогущих шмотках, тачках. Это класс. Это говорит о том, что ты далеко пойдешь. Давай дальше. Но ты добиваешься своего, поэтому Z-Pop продолжает путешествовать по планете. Успех Zivert – это удачная случайность или продуманная коммерческая стратегия, признавайся. И куча влитого туда бабла. Давай, кто тебя продюсирует? С кем Шпрехан Задович? Не, на самом деле, ну, конечно, что-то туда вкладывалось и прочее. Получилось так, что действительно со своей именно музыкальной командой, с которой мы начали делать музыку, вообще сошлись на очень похожих взглядах, вкусах музыки и каком-то мысли абсолютно в одном направлении, мы встретились, ну, абсолютно случайно вообще. Но и ты еще тогда работала прям на своей работе, да? Ты писала музыку? Как это было? Я не писала тогда музыку. Я уже работала на... После той работы я переработала еще 10 других работ. На тот момент у меня с девочкой, с подружкой был такой свой маленький цех на двоих по пошиву одежды. Прикольно. Вот, да, мы снимали с ней где-то на Бауманской подвал. Мы его называли лофт. На самом деле это был подвал с грибком на стенах, который мы отдирали там месяцами. Сделали там типа мастерскую и шоу-рум. Мы вдвоем это все ночами сидели, строчили, шили. Вот, у нас вроде как уже даже дело пошло, но я в какой-то момент, вот я просто не знаю, у меня бывает так, что внутренний голос, он так иногда говорит, а иногда он прям начинает орать тебе, и тебе ничего не остается, кроме как прислушаться, потому что ты понимаешь, что тут уже все говорит о том, что ты где-то не на своем месте находишься в жизни и проживаешь ты не свою судьбу, делаешь что-то не так, потому что я музыкой мечтала заниматься всегда, всю свою жизнь. Ну, что-то меня все время останавливало, то есть у меня был какой-то страх. Ну, как, вы же отнесли демку там какому-то продюсеру, или какая-то денежка вкладывалась в развитие? Мы запустились с ребятами, мы знакомились, встретились, запустились сами. То есть мы брались на студии, сделали там наши первые песни, там Чак, что у нас там было еще, такое все шливое, забавное, мы пока искали почерк. И поначалу мы двигались как-то сами, мы, то есть, типа, брали GoPro, коптер, лазили по улице Москвы, что-то снимали, то есть абсолютная самодеятельность. И это очень классное, на самом деле, время, я его с большой любовью вспоминаю. А потом мы тоже абсолютно случайно через знакомых познакомились вот с моим продюсером с лейбла «Сурреальность», который как бы мы в сопродюсировании с моей командой и лейбл. Ну и все, мы тоже так с первого дня я пришла, вот и как дома. Песню типа «Life», которая, ну, с нее же пришла вообще вся, да, такая большая популярность. Да, да. Что там, что за проект Zivert вложили 100%, там миллиарды, ла-ла-ла, туда, в эту песню вкинули. Вот, на самом деле, там в какой-то таргет на тот момент мы вкинули 106 тысяч рублей, по-моему. Вообще в целом ушло на эту песню, которая там за какое-то считанное количество времени просто... А так часто бывает, знаешь, какие-то копейки вкладывают, бывает там на самодельной студии что-то сращивают, а потом в итоге получается большой хит. Ну, класс. Да. Оп! Кто хочет, тот добьется. Записывайтесь на курс мотивации к Насте Ивлеевой. Кого из артистов на российской сцене считаешь сексуально привлекательным? Ну, из мужчин. Ну, что-то плохо все. Реально вспоминаешь, кто? Не Гуф, это точно. Джонни твой дорогой друг. Блин, я, честно говоря, не задумываюсь. Не помнишь, как он выглядит? Не задумываюсь, вот так вот. Вот в этом и проблема. Если мы будем брать, типа, секси, не только, да, вот, типа, там, классное тело и, там, красивое лицо, типа, да, смазливое. Давай все вместе. Мы берем секси, типа, как вот что-то... Давай. Как вот, внутреннее, какую-то харизму, да, типа того. Давай. Макс Барских. Ну, секси. Ну, секси. Алан Бадоев. Секси. Я люблю его. Я могу тебе сказать, что тебе нравятся очень мужественные мужчины. Я пошла. Давай. А посчитайте, сколько раз я сказала зовут слово «давай». Молодец. Зилав, слушай, ты всю категорию выбила. Семья или карьера? Секси, уверенный мужчина, который устраивает тебя по всем фронтам. Но он говорит, что «Юлечка, я тебя обеспечиваю, ты Муся-Пуся, рожаешь мне детей, сидишь дома». Или то, что у тебя сейчас есть, карьера, но надо послать его, и как бы кто знает, когда ты еще обретешь свою любовь. Все-таки или-или. Да, но в качестве игры. В качестве игры. Блин, я вот считаю, что вот ты вот такого идеального, да, суперидеального описала, а он вот взял и нарушил один свой самый главный пункт своей идеальности. Он сказал мне, что мне придется выбрать между моим личным пространством, моей мечтой, да, моей самореализацией и им дорогим.
Вот, значит, он уже сразу автоматически не идеальный для меня мужик. Поэтому я пойду дальше. Крайний вопрос. Внимательно выбирай, потому что он последний. Mm-hmm. Крайний. Так, любовь мы выбили. Зик-микс. Пойду сейчас, наверное, я опять ближе, да? Давай. Зипоп. Как изменилось твое... Хороший друг. Кстати, ты сможешь его потом в конце забрать. Как изменилось твое окружение после того, как ты стала популярной? Вот именно близкое окружение, если говорить о прям друзьях-друзьях, то вообще абсолютно никак. Оно каким было... Сколько мы с подружайкой? 15? Как оно было? 15 лет назад? Другие детства, да? Так оно и сейчас. И дай бог, чтобы так всегда было, есть и будет. Вот, и действительно у меня близких друзей можно прям, ну, по пальцам одной руки пересчитать. И я в свой тесный такой личный круг очень с большим трудом впускаю вообще каких-то новых людей и с большой осторожностью. Я тебя поздравляю, ты ответила на все 10 вопросов правильно. В смысле правильно, честно. Правильно, молодец. Тут не будет никаких ни наказаний, ни приятностей. Единственный бонус, который ты можешь получить, это забрать любую игрушку, и мы пойдем дальше, потому что это тир правды. Это он. Все, как ты назовешь, дай угадаю. Даня. Стиви. Так и будет. Погнали. Курица или рыба? До популярности Зиверт работала стюардессой и тысячи раз задавалась этим вопросом. Пришло время выяснить раз и навсегда, курица или все-таки рыба. Настоящая битва титанов. Такое возможно только в агент-шоу Лэнд. Юль, курица или рыба? Папа, как-то кончилась моя жизнь. Рыба. Ну, а я, как обычно, что осталось, то и приму в дар. Я буду курицей. В принципе, ничего не поменяется. Мы сегодня проведем с тобой супер тяжеловесные бои. Кура и рыба схлестнутся в поединке, курировать который будет тренер Витал. Я начинаю! Давай, брат, начинай. Я начинаю! Блин. Я слежу за вами. Единственное, что могу, это бить кого-то. Задача попасть в стаканчик, но... Отстой! Ну, для начала надо попасть хотя бы по шару. Брат, хотя бы его зади... Я забила! Ты попала! Я попала? Да! Поздравляю! Он должен попасть в стаканчик, да. Хорошо. Нихуя не вижу. Сколько мы будем здесь находиться, как думаете? Я думаю, что пару часов. Почему такие маленькие лапки? Ты видишь меня? Они очень маленькие. Ущербные лапки. Сука, самый ущербный гольф просто в жизни всех. Получилось! Хороший удар! Но тоже вылетел. Ты такой сюр. Да. Куда? Никуда! Стабильный? Никуда? Давай опять, брат. Спасибо. Я тут. Блин, а может это надо делать с другой стороны? Брат, где ты? Господи, какой это абсурд. Пиздец. Во, это было охуенно. Это не твой шар. Я хочу сказать, что это не твой шанс. Твой слева. Мой, ага, то есть я по-любому... Чем бы еще взрослые люди занимались в 12 ночи, да, казалось бы? О, было великолепно! Хорошо. Бежим дальше, тренер. Это моя ручка. Плавник, чем я буду играть? Чем? Как я возьму тебя за руку? Кладись. Отстой. Ну, у каждого свои преимущества. Плавниковый рестлинг. Я не могу согнуть ее в локте, здесь слишком мало. Плавник. Заруба. У меня нет пальчиков, мне зад, потому что здесь узенько. Вы готовы? Давай, пальчики. Сейчас, бери за рычаг, Юль. Он да слева. Какой рычаг? А. Какой это пиздец. Я готов. Вы готовы? Раз. Чтобы хватиться. Два. Три, поехали. Ничего себе.
И кто же сильнее, рыба или курица? У тебя же плавники! В этом рыба не побеждает! У тебя же плавники! Рыба! Почему? Сейчас у нас перетягивание каната, и вам помогут две маленькие рыбки и две маленькие птички. Берем канат. А птички сзади? Давайте лучше я сзади, потому что если я на пацанов упаду, им пизда. Проходите. Пацаны. Держи. Это просто царство кислоты. Давайте, мы еще не начали, куда вы уже тянете? Изверги, звери, маленькие звери. Подождите, не тяните. Убийцы. Нет, неровно. Вот так. Витал. Вы готовы? Да. Зафиксировались? Да. Поехали. Ну, давайте, поактивнее. Блин. Давайте. Плавнички. Нет, они так не могут. Ну? Вы не стараетесь. Вы не старались. Вы не старались. Брат, брат, вставай. Победа в этом конкурсе принесет 2 очка. Либо будет ничья, либо рыбы разорвут курицу. Вы готовы? Да. Поехали. Только не по мне. Давайте поактивнее, разозлитесь! Вы самое вкусное блюдо! Боритесь за первый класс! Сука, вы пиздец! Рот пропал опять! Не сдаваться! Не сдаваться! Нет! Сдавайтесь! Поактивней! Поактивней! Последние секунды! Давайте! На полную силу! Вот это место! Вот это место! Да! Ничего! Кто мог подумать? О, я резко встал, у меня дало в голову. Очень странная жизнь существует и без наркотиков, и алкоголя, друзья, это факт. Вот-вот-вот, и потом на следующий день они снова встретились. Ты представляешь, слушай, снова встретились, подожди, да. Подожди, мужики, у меня тост давай, есть отличный. Давай. Цвети, цветочек аленький, так выпьем же по маленькому. Ругаем! Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Тихо, мужики, тост. Чтобы у маленьких людей ворох был всегда бредей. Давай. А теперь слушай мой тост. Давай, жги. Чтоб у маленьких людей хуй стоял, как у колен! Блять, вы что, охуели, что ли? Блять, вы что делаете? Вы нажрались тут! Это реквизит для рубрики. Половиночка. Выходим, быстрее, сейчас Зиверт сюда придет. Быстрее, блядь, ебатеры настроили, сейчас тут скандал будет. Валим, пацаны! Спасти любимку. Мы поместили в прозрачный куб близкого для нашего гостя человека. Задача – отвечать на вопросы правильно, иначе любимку ждут неприятности. Вопросы мы перемешали. Темы – отношения между любимками и физика, где излучение измеряют в зивертах. Интересно, познавательно, угарно.
Юля, я смотрю на тебя и вижу, что тебе абсолютно точно хочется кого-то спасти. А именно любимку, которая стоит вот в этом вот прекрасном стеклянном лифте или боксе, или коробке, я не знаю. Кубе, кубе. Да! Было бы, кстати, здорово, но нет. А человек, которого ты знаешь, которого ты любишь, которого уважаешь, и все такое. В общем, с которым вас связывают какие-то отношения, и здесь есть вопросы. Обещайте, что ему не будет больно. Обещать ничего не могу, но обещаю то, что будет весело как минимум мне и моим пацанам. Хотите заготовили, что да. Жестко, я вижу, понятно. Да. 10 вопросов, 4 варианта ответа. Нужно выбрать один правильный. Выбираешь правильный, с человечком ничего не происходит. Выбираешь неправильный, смотрим, значит, как правильный. Человечек... Ну, значит, правильный. Кто решает, правильно? А это мы решаем, это наше, что мы тут устанавливаем. Мы все знаем. Пацаны, открывайте куб, и это... Мам, спасибо! Пожалуйста, Сид! Русалка, где хвост? Ты тоже с точками. Зари, я с точками. Я с точками, да. Готовьтесь, мои маленькие демоны. Сид, прости заранее за все, пожалуйста, Сид. Привет, меня зовут Ливоника, я друг Юлии Зиверт, дружу с ней около 10 лет. Надеюсь, ты ответишь на все вопросы, так как о проекте я этом слышала, но не видела, что с людьми происходит. Мне только рассказали, но я готова на все, потому что ты, надеюсь, ответишь на все вопросы, и на меня эта гадость не высыпется. Каким аппаратом измеряют излучение в зивертах? Дозиметр, динамометр, радиометр, манометр. 10 секунд. Что? Каким прибором? Каким аппаратом измеряют излучение в зивертах? Дозиметр, динамометр, радиометр, манометр. 5 секунд. Дозиметром. Ну, он же Зи. Откуда у тебя мозг? Потому что Зи, потому что Зи. Почему ты умная? Это нечестно. Меняем наказание на более жесткое. Мне не нравится ход игры. Я хочу жести, опарыши, волосы, кишки. Несите все. Стиль лютый вообще. Беретка. Вышка, беретка. Вы неплохо затусили во время одного из матчей сборной России на чемпионате мира. Кто забил единственный гол в основное время за Россию? Дзюба, Смолов, Чернышов, Головин. Черышев, прости, господи, извините. 7 секунд. 5 секунд. Дзюба. Да! Ты как... Любимка. А если я отвечу на все? Мы действительно, правда, ну, мы с Леной гиперблизки. Мы прям... Ну, это типа, будет первый в истории случай, когда у нас любимка останется целой и невредимой. Как ты называла старый чемодан Лены? Летучий голландец, черная жемчужина, призрачный гонщик, черный квадрат. Черная жемчужина. Да, это правда. Держим. Я не сдаюсь. Спасти русалку. Что-то интересное. Сколько ученых стали лауреатами премии Зиверта? 96, 20, 48, 13. Это кто спрашивал? Твои кореша. Че, блин, долбанулась? Хочешь земли? 6, 5, сколько? 4. Какие варианты? 96, 20, 48, 13. 3, 2. 13. Это правильный ответ. Я угадала! Это возможно сейчас, стоп! Это никого не касается, мы продолжаем. Слушай, такого еще не было, я клянусь, это первый раз, Просто тут находится медведь любимки, если что, он меня потом убьет. Какая стрижка у тебя была, когда вы познакомились с Леной? Пучок, каре, хвост, косы. Каре. Да. Да. Винишка? Да, несите бутылку. Сначала выпью, потом... Что из этого не является единицей измерения радиации? Не является. Зиверт или Зиверт, кто его знает. Кельвин, Грей, Берр. 7 секунд. А вот и 5. Грей. Это неправильно. Блин, отвратят! Кельвин. Который кляйн? Да. Бля! Кто говорил, что там нет червя? Там черви! Тихо. Носочек. Стой на носочек. Это правда они? Да, это правда о черви. А, нет, это друзья дочки, нормально.
В смысле? Они, он живой? Дождевые черви. Зачем его в руку взяла? Очень странная жизнь. Она тоже хочет жить. В какой стране присуждаются медали Зиверта? Швеция, Германия, Австрия, Швейцария. В какой стране присуждается медаль Зиверта? 7 секунд. Германия. Это неправильный ответ. Нет, Швеция. Прости, нет, и Ребенка! Это бульончик, по-моему, да, с чем-то? Чеснок. Это супец. Чесночный, это холодец. Чесночное смузи. Чесночное смузи это. Сейчас коронавирус гуляет. Чеснок от вируса Пожалела очень много. Хорошо спасает. Я выучу всю корягу. Родоначальником какой науки был Рольф Зиверт? Астрофизика, радиобиология, биохимия, физиология. 7 секунд. Отвечай. Первое. 5. Неправильный ответ. Нет. Радиобиология. И немножко доширак на Ленку. Ты такой милый. Ну, слушай, на самом деле ты очень вкусно выглядишь. Дверь открывается, можно похавать? Какой дресс-код был на вашей первой совместной репетиции? Милитари, белая одежда, all black по хип-хопу. Белая одежда. Это правильный ответ. На Леночку волосы не опускаются. А вкусно, кстати, доширак с чесночком? Да. Какая очень занимательная. Червячком? Вот сюда выходим. Вот так вот сюда выходим. Вот тут вот останавливаемся. Да. Я очень старалась. Да. Обожаю этот момент. Это по-братски. Это был агент-шоу «Лэнд», друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, пальчик и комментик. Будет заебись. Это гэнгстер щит. Ням-ням. Выпьем за тех, кто на борту. А кто за бортом, и так напьется. Вообще, да. Хотя с учетом того, что как она стояла на доске, могли бы быть, потому что мы переживали за ее безопасность, чтобы она не соскользнула. Надо вот было тебя добить и, просто да, сверху. Да. Ладно, у нас еще будет возможность сыграться, вы зря радуетесь. Я, на самом деле, я очень хотела быть более какой-то яркой, но не получилось. Тебе все делает голова. И я глаза розовые сделаю, и все, что меня это спасет. Вот, смотрите, как классно. Даже стразики не стало ничего. Я решила, что Юлька пускай выделяется, потому что если мы вдвоем нарядимся, будет too much, будет переизбыток фэшена. А я просто скромненько вот здесь вот с обезьянкой, с медведем. Вот так стоим и ждем мотора. И когда же он будет? Сейчас. Давайте знакомиться, Настя. Дай поговорить, девушка. Лена. А виделись когда последний раз? Тема интересная. Виделись когда последний раз? Да еще можно. А, топишь. Ну, она не знает, что ты здесь. Никак не просыпалась. Ну, не просыпалась. Вы... А, блядь. Я говорю, давай откроем. Бабы, чего уж ты? Ни пуха, ни пера. Да, с Богом. Там должен быть тот человек, которому идут любые головные боры. А его отдел, понимаешь? На силе. Все классно. Я почти спасла любимку. Вот, волос от мерзких спасла, самое главное. От них трудно отмываться. Я-то знаю. У вас был опыт такой? Обожаю артистов, которые без раздумий окунаются в пучину мракобесия и полного хаоса. А это именно про агент-шоу «Лэнд». И я хочу ссать просто пиздец как сильно.